В рамках партийного проекта «Старшее поколение» одинцовские сторонники партии «Единая Россия» провели встречу с представителями общественной организации «Офицеры России». Они рассказали о том, как на территории Одинцовского городского округа реализуется проект губернатора Московской области «Активное долголетие» и как к нему могут присоединиться жители муниципалитета. Различные занятия для участников проходят на площадке Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Посещать их совершенно бесплатно могут женщины от 55 лет и мужчины от 60. Для этого нужно обратиться в Центр социального обслуживания населения по месту жительства.